жить в этот час. Что за день сегодня такие? Так стомился, о, аж схудел трошку. Треба что-то тут перекусить. О, банан, эфиопский. Добро, что нам хоть наша канцелярия совпаёк ещё даёт. Так, 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 а кто там там не тусит? Вітай! О, Теофіль, як справи? Добре, добре. Так зальотався сьогодні. Відаєш, Теофіль, я тут не просто так. Я получив вельми обов'язкове і чудовне задання від самого Габріеля. Бягу к пастухам. Жадаю обвісити. Напевно, уже відаєш що? Що обвісити? Нічого не відаю. Жадаю обвісити я, що Христос народився. Ти що? Христос народился? Так. Ведаешь? Я даже подготовился. Сам текст написал. Ну давай, кажи, послухаю, кажи. Не бойтесь, я обещаю вам великую радость, якая будет для всего народу. Бо сегодня вам народился в городе Давида Спауца, яким есть Христос Пан. И вось вам знак. Знойдите немовля, сповитое и покладенное у ясли. Ну, а лишь судовно, судовно. Файно? Так, так, вельми добро. Ведаешь, Теофиль, мне уже треба лететь. Мне их еще побудить треба. Слухайте, а лишь сдивятся пастухи, як прыдя на их? Да, сдивятся. Ну все, я полетел, а ты тут сам заставайся. Все, бывай. Так, деду, перекусите. А не ж такая справа, я ж хвалюйся. Ведаете? А лишь и я якусь миссию хочу для себе. Так само хочу нечто робить. Пойду я куды-нибудь так, у який-нибудь город, зараз чекайте. Самый чудовный город на земле. О, пойду с Маргой и позову я ее жихаров у Бетлеем до Христуса поклониться. А лишь треба у Габриэля еще спросить, у нас такая иерархия там, там можно, там нельзя. Пойду я пытаться. Поглядеть, сколько грошей на моем банковском рахунку. Сегодня в Бетлеем все чему так мало? Добрая может, никто и скрал? Треба еще раз проверить. Да. Дева прочисто народила сына. Так, как тут я ему сказать? Зроблю, як Корнелій.
Сегодня у Бетлееме народился Збавца, Христос. Саправды? Так. Ты не думаешь, ты, человеша, что я, банкир, зараз кину все свои справы и поляту до этой стоянки, глядеть, что некто там народился? Так. А может, это ты мои гроши скрал? Не-не-не-не-не. Это ты ошуканец. Так, треба звонить у милицию. Вы что? Ратуйте! Милиция, я знаю, кто скрал мои гроши. Лайкайте. Мне потребны новые подписчики. Радостная вестка в городе Ютейский. Ты блогер? Нет. Я думаю, какие тебе новый подкаст робишь. Мне аккурат вот сегодня потребно натхнение, разумеешь? Вот послухай, что я сочинил. Так, слухаю. Мой Инстаграм. Як ты мне милый. Забыть тебе не маю. Ну и вот тут у меня рифмы нема, разумеешь? Я тебе допомогу. О, вельми добра. Так, давай. Милы, вилы, дивы. Дивы? Почекай. Мой Инстаграм. Як ты мне милый. Забыть тебе не маю. Дивы. Ну, что ты, чего? Який сенс дивы? Что за залогу некий, груз некий, слухай, не. Ты мне не допоможешь. Ну, послухай меня, я тебе... Новая идея? Так. Mm-hmm. Так, хочу расповести про то, что в Бетлееме народился Иисус Христос. И хочу попросить, как ты пошел со мною, привитать его. Послухай, у меня сегодня у 20:00 прямый эфир с моими подписчиками. Мне треба рифму для верша знайти. И вовремя, Бетлеем, это где? У меня виза Шенген закончилась. Покуль я не зроблю мою рифму для Инстаграма, я никуда с тобой не поеду. Все, бай! До Иисуса и поненки. Я не маю шагу опрануть. Ну я кого погляди? Гляди, якая цудовная. Гэтая малое. Так, малое. А во гэта? Гэтая... Не, гэта колер же не модны. А вот тут глянь, у тебя есть... Штосьте тут во есть цудовное. Гляди, якое прихожее. О, глянь. Штосьте... Может так, может быть, это я прану, як мне? Так. Королева. Правда? Супер. Не, это брыдка. Ты мне так кажешь, просто как догодить. Ты что? Не. Але, ведаешь что?
Я хочу тебе еще нечто рассказать, сказать, как догадить, но или как не догадить. Ты ж мне доверяешь? Конечно. Ну, добро. У Бетлееме, ведаешь где? Трошку так далеко, а не зусим. Ну, допустим. У Бетлееме народился звауца Иисус Христос. Я хочу тебе с собой взять и пойти до Его, как поклониться Ему. Ну, слухай, я бы с радостью с тобой пошла, так? Так, судовно. А лишь я не маю, чего обрануть. Ну, як? Ну, во, гляди, гляди, во. И он же чекає тебе, он тебе чекає. Это все не подходит, там напевно будет шмат людей, я не могу так пойти. Ну, может, пойдем все ж таки? Пойдем? Придумала, пойдем, пойдем. Судовно, пошли. Пойдем так, за закупками. Я Теофиль! Да я не с тобой разговариваю. Вон гляди, вон там район. А вось там гляди, Великая Медведица. А вось там гляди, планета Венера. Витаю. Каждый день я глядаю зорки. И они дадут мне знать, коли народился, сбавца свету. Так сбавца ж народился! Ты что? Да? Откуда ты ведаешь? Ну як откуль? Корнелий сказал. Який Корнелий? Об чем ты говоришь? Я... Астроном у пятом поколении, ведаю, что коли придет. Ты во уголь не разбираешься в астрономии. И не кажи, об чем не разбираешься. Уздумал тут учить ученого. Ничего не варты. Ты хочешь своими слезами потоп учинить? Хочу! Хочу потоп учинить! Скажи, что сталося? Я кликал людей пойти до Христуса, поклониться Ему. Але меня никто не слухает. Не плачь, ну мы пойдем с тобой. Заправды? Конечно, безумовно. Можешь различивать на нас. Судово! Ты пойдем? Пошли! Сярод блеску багато.
Где ж твое богатство? Где ж твоя корона? Вы, короли, витайте. Витая с Баусом! Тишей, тишей, не пужайте мою дитяти. Придите на поклон. Дитя, житя, очнися, Белоруссия, братка. Народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос. Так, что ты тут робишь? Я привел людей до Иисуса. Ты цудовно справился с заданием, Теофил. Я вельми рады. Витай, сбавься, мы так тешимся, что ты сирот нас. Моя бабуля завсёды казала, что неколи пройти с Бауцем. И вось здарылася. Будем веселиться. Помилилися ми. Нам вельми соромно, соправди. Пробач нас. А в чим ви кажете? Ось гети, молодий, невероятний чоловік,
распавел нам про прыстя и нарождение сбалца. И вельми, вельми просил, как мы сюда пришли. А мы смеялись из его. Для нас головным были наши потребы и наши захопления. А мы повинны были прийти сюда, у гэты Бетлеем, как поклониться ему. Чи можем мы поклониться сбалцу? Конечно, он чакая кожного. Каждый раз, когда ты дозволишь Богу полюбить тебе праз іншого человека, а іншого праз тебе, каждый раз наступает Божие народжение. Иисус, учини, как мы жили так, как ты завсёды мог нам усмехаться. Нехай маленький Иисус на завсёды поселится помеж нас и наступит новый день деля свету. И он саправды гэта учинить. Коли вы будете робить тое, что он вам скажет. С Божьим народжением! Thank you.
Дякую вам, вялікі, за тое, што не пашкадавалі свайго часу і прыйшлі на гэтае прадстаўленне. Мы як бы завершылі наше святкаванне Божае нараджэнне ў прыгожых традыцыях гэтых калядаў. Учора мы разважалі над тэмай традыцыі пастыркі, сёння на тэму традыцыі падлікі ў касцёле, а закончылі яшчэ адной прыгожай каталіцкай традыцыі – тэатральнай пастаноўкай, якая раскрывае таямніцу нараджэння Ісуса Хрыста. Хочацца сёння падзякаваць сестры Юлі пад аплодисменты сестра Кахадзі, якая з'яўляецца галоўным арганізатарам, пастаноўшчыкам гэтай батлейкі тэатральнай. Усім акторам, танцорам, спевакам, усім тым, хто траціў свой час для Бога, каб прадставіць вам вось гэтае каляднае прадстаўленне. Няхай Бог благаславіць вас і вашыя сем'і. А зараз папросім, каб дырэктар нашай супольнасці слезянскай благаславіў нас. Власці з телефона, сельскай сем'і. А не прывяжы! Я яшчэ не залез в телефон, бо я вам ще не памещу в ним, так што... Радостно кончаем в эти дни. Але есть тоже и послание для нас, что мы должны еще теперь нести эту правду. Вы, дорогие старейшие, уже завтра на работу выходите до своих близких, до своих знакомых. Может, некоторые из них, но не были и не узнали, что у них действительно родился Божий Сын. И то ваша задача – теперь нести его. Детки каникул, але будете встречаться тоже со своими коллегами. Тоже очень важно, чтобыście дальше шли, проповедали, бо можно сказать так, мы, księдзы, сделали свое, а теперь все зависит от вас, от тех посланцев сегодняшнего времени. Вы идете, и вы теперь проповедаете Евангелие. Так что это очень важно. Благодарность великая всем, которые причинились до проживания этой хвилины в сегодняшний вечер. А особливо благодарность за все Пану Богу, что Он нас здесь собрал. Что Он нас здесь собрал. Разум вместе. И что Он хочет на окончании этого нашего споткания тоже вам поблагословить. Примите это Божье благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог всемогутный. Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите с покою Христа. Дякуем Пану Богу. Конечно, конечно, конечно.